Чиновники Белого дома совместно с главами муниципальных образований обсудили, как поднять из руин наиболее пострадавшую от коронавируса отрасль общественного транспорта. Перевозчики массово уходят с рынка. Переломить негативные тенденции и деструктивные процессы, создавшиеся в сфере пассажироперевозок, просто необходимо, заявили в Белом доме. Чиновники считают, что появление в области регионального оператора или концессионера, как его еще называют, поможет восстановить отрасль. Практика демонстрирует, что ни муниципалитеты, ни регион в долгосрочном плане не смогут обеспечить высокие стандарты пассажироперевозок. Не смогут. Поэтому требуется нестандартный подход. Денег на поддержание загибающихся перевозчиков в областной казне нет, поэтому руководство Белого дома связалось с госкорпорацией ВПРФ, чтобы привлечь средства в рамках государственно-частного партнерства. Специалисты Внешэкономбанка подготовили три варианта развития отрасли пассажироперевозок в нашем регионе. Однако приемлемым областные чиновники посчитали только один. Правда, и к нему масса вопросов. Суть предложения в том, чтобы передать рекоператору все автовокзальные комплексы и дать ему право организовывать перевозки по зону, включив одновременно территории с прибыльными и убыточными маршрутами. Но за счет чего рекоператор будет выживать и тем более зарабатывать? Можно рассмотреть, но хотелось бы посмотреть на финансовую модель, которая будет предложена. Мне вот, допустим, сейчас непонятно. Вот ГУП то же самое выполняет и то же самое имеет. Да? И он находится в убыточном состоянии из года в год. Каким образом концессионер получает этот имущественный комплекс, будет его поддерживать, будет развивать и будет на нем зарабатывать. На вопрос, как рекоператор или концессионер будет выживать и зарабатывать в нашем регионе, ответили представители администрации Мурома за счет увеличения тарифов и, соответственно, увеличения стоимости проезда. И это не выдумка муниципалов. Пример тому Тверская область. Как только туда зашел рекоператор, тарифы на перевозки взлетели. Вырос тариф на перевозки внутри от Твери с 21 рубля до 29 рублей. То есть рост со 38%. Хорошо или нет для населения? Я думаю, все ответят, что нет. Представитель профильного комитета облпарламента муниципалов поддержал появление рекоператора с улит повышения тарифов. Население это уже ощутило на своем кармане. Достаточно вспомнить мусорный вопрос. Да и не только. У нас есть концессии по, скажем так, тепловым сетям. Мы знаем, что это привело к увеличению тарифов. И там, где в других субъектах есть региональный оператор, к сожалению, это тоже привело к увеличению тарифов. И почитав, скажем так, социальные сети, они гудели. Людям, конечно же, возмущаются. Поэтому нам нужно очень крайне осторожно подходить к данному процессу, чтобы мы с вами все-таки социальные выплаты получали. Некоторые муниципалы считают, что задача рекоператора – зарабатывать. Да и потом, разве у чужой частной компании будет болеть душа за местных перевозчиков и жителей Владимирского региона? Вряд ли. А вот у глав районов будет. Руководство Ковровского района и Мурома попросили областных чиновников передать им в собственность убыточные автотранспортные предприятия и автовокзалы. Давайте предложим, может быть, развитие двух моделей в нашей области, то есть это единый региональный оператор, который будет обслуживать те муниципалитеты, которые, ну, считают это более выгодным для себя, и те муниципалитеты, которые хотят создать собственную службу обслуживания пассажирских перевозок, это будет муниципальная служба. Мы считаем, что на муниципальном уровне мы сможем более эффективно обеспечить работу пассажирских перевозок, нежели это будет региональный оператор. Представители Селивановского, Гороховецкого, Меленковского, Юрьев-Польского районов считают, что ситуация с пассажирскими перевозками на их территории критичная. Ждать, пока ВЭП произведет расчеты и представит финансовую модель, по которой будет работать рекоператор, возможности нет. Если это просчитают, это сколько времени кто-то из нас скажет, да мы порой годами считаем. А нам жить сегодня надо? Сегодня мы без дотации бюджета не обойдемся, и это нужно констатировать. У нас на сегодняшний день были нерегулируемые маршруты по городу. В мае месяце, 24-го, так вот по срокам точно не вспомню, пришел перевозчик, который был местный, единственный местный, написал нам заявление, что через 90 дней он прекращает перевозки.
приходит 29 мая и говорит, что нет, я даже до 1 сентября доездить не могу, я с 1 июня прекращаю перевозки. Сложная ситуация и в Меленковском районе. Там все маршруты убыточны. Частники оповестили об уходе с рынка. Но спасет ли Белый дом муниципалитет? Пока не ясно. Ну, здесь однозначно, что без поддержки бюджета, это однозначно, все перевозки, они убыточные. Вот как не пробуй совмещать рейсы убыточные с неубыточными. Вот мы сколько лет уже это пробовали. Да, но... Кроме, вот, например, единственного АТП, в районе больше нет никого. Участники, которые были, вот сейчас тоже из-за того, что вышло новое требование к техосмотру автобусов, тоже также по городским маршрутам написали заявление, нас предупредили, что сентября тоже прекращают перевозки. Вот вам конкретный пример. Муниципалитет не имеет возможности приобрести автобусы для того, чтобы организовать перевозки в пределах муниципалитета. И честно скажу, у областного бюджета денег тоже нет. Не предусмотрено. Конечно, мы сейчас будем думать, как выйти из ситуации. Вполне возможно, что, может быть, при следующем уточнении, внесении изменений в областный бюджет, может быть, мы что-то миленьким предоставим, а может быть, никак не получится. Ну, вы сами поймите. Если бы у нас был бы центр эмиссии денег, то есть мы можем напечатать сколько угодно, но областный бюджет ограничен. Тем не менее, по итогам совещания было принято решение продолжить работу с ВЭП по разработке финансовых моделей по работе рекоператора. Правда, в какие сроки они будут представлены, чиновники сказать не могут. А муниципалам надо как-то дальше возить население. А рекоператоры, как выразился советник губернатора Алексей Скворцов, в очередь к нам не стоят. Елена Масленникова, Егор Дейкевич, 6 канал.